Мы на улице Строителя, города Жуковки. Она ведет в самый густонаселенный микрорайон Б. И что мы тут видим? В течение многих лет автолюбители жалуются на разбитое бетонное полотно. Дорога такая большая, ямка на ямку, что ехать через может 20 км в час. Только на бульдозере можно ехать, на ней бесстрашно. И из года в год наши жалобы ничего не приводят. Вы бы не как были, так и остались. Она довольно небольшой участок, но ехать по ней можно по такой технике. Видите, ямы такие глубокие, что можно проведить колесный диск, поэтому много автолюбителей едут по обочине, а езда по обочине ставит опасность пешеходов, которые обходят по ней. Ямы в бетоне, поэтому они сильно влияют на подвеску, на колеса автомобиля. Тут когда-то был асфальт, но сейчас яма на яме, выбоина на выбоине. Об этом все знают, но из года в год ничего не делается. Хотя бы ямочный ремонт бы, тут ямки пора засыпать как-нибудь, заровнять. А так, получают автомобилисты прямо у своего места жительства теряют колеса, теряют подвески, получают разбитые машины. Участок около километра, но он весь разбит. В обе стороны. Сейчас пройдем дальше. Ямки довольно глубокие, главное, что они в бетоне. И машины бьют очень сильно. Была бы грунтовка, она может взорвалась бы сильнее. А в бетоне это очень тяжело ехать. Люди едут 15-20 км в час. И все равно попадают в эти ямки, разбивают технику свою. Дорогостоящие машины выходят из строя. А это практически центр города. Справа от нас микрорайон Б, микрорайон, где проживает самое большое число жителей Жуковки. И такая дорога, засада. Улица Строителей требует ремонта однозначно. Хотя бы ямочного. Ямы очень глубокие. Разбитые машины все. Едут как зря. Вот продолжение этой улицы Строителей. Чуть дальше прошли. Здесь уже видно, что асфальт практически весь в грязи. Утонул в лужах и выбоинах. К сожалению. Ехать тоже небезопасно для машин. И для подвески, и для колесных дисков. Да и вообще машину жалко бить в центре города. Это мировая юстиция, кстати. Перед мировой юстицией проехать невозможно. Яма на яме. Вот так и живем. Думаю, обратят внимание, сейчас обратимся в Росяму Навального. Возможно, какие-то действия последуют. Иначе жители так и будут бить свои машины в таких условиях. Как вижу, даже бульдозерами грязь поверх асфальта равняли. То есть грязью равняли ямки поверх асфальта. Вообще нонсенс. Здесь то же самое. Вот такая у нас улица Строителей.